Всем привет, вы поняли канал Хардера, за этой инфой в этом видео расскажу вам, как сделать спрос настроек наушников Bose AE2 SoundLink. Итак, для этого мы берем именно правые наушники и находим здесь вот такой вот тумблер, который у нас отвечает вообще за включение. Чтобы включить наушники, просто переводим его в верхний режим. Как видите, все включилось. Они у меня автоматически в режиме сопряжения, потому что я их перевел. Точнее, потому что я только что делал сброс настроек, окей. Но чтобы сброс настроек, на самом-то деле, нам всего лишь достаточно просто наш вот этот вот тумблер просто упереть вверх и просто ждать. Просто ждать. Если у вас индикатор голосовых помощников включен, то он скажет, что ваш список подключений очищен. Вот. Только что он мне это и сказал. Держать нужно около 10 секунд, этого более чем достаточно. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!